Представляем участников. В красном углу готовится Никита Мезовцов, дюшор спортивных единоборств. В синем углу Артур Кахановский. Молодечно. Полу состоится следующий вид старшие взрослые традиционные тюаньшу. Сайковский Вашкевич Сударчиков. На ковер приглашается Сайковский Дмитрий, готовится Вашкевич Игорь. Предупреждение синему за удар коленом. Первый выход синим. Итоговая оценка Матутин Андрей 7,15. Итоговая оценка Ипатовой Дианы 8,95. Второй выход синего. По результатам двух раундов победу в бою одержал спортсмен в красной экипировке Никита Мезовцов. Итоговая оценка.